болып кеттім кубогу. Здравствуйте, дорогие студенты. Я ассистент кафедры внутренних болезней номер 2 Маджидова Гульбахор Талиповна. Тема лекции – синдром кашля в работе врача общей практики. Кашель – это рефлекторный процесс, характеризующийся резким нарастанием внутригрудного давления за счет одновременного сокращения дыхательной и вспомогательной мускулатуры при закрытой голосовой щели с последующим ее открытием и толчкообразным быстрым выдохом, при котором из дыхательных путей активно удаляется их содержимое. Кашель – это защитный рефлекс, позволяющий удалять из бронхов инородные тела и избыточный рефлекс. Секрет. Распространенность кашля. Кашель – широко распространенный симптом. В странах Европы кашлем страдают свыше 30% населения. Типичный пациент с кашлем – это женщины средних лет. Медико-социальная значимость кашля. Кашель вызывает негативную реакцию у окружающих. Они думают, что это инфекция, рак, туберкулез, и это приводит к изоляции длительно кашляющего человека. Пациенты со сниженным кашлевым рефлексом имеют повышенный риск заболеваемости и смертности от аспирационных состояний. Это инсульт, болезнь Паркинсона. Этот кашель – это мультидисциплинарная проблема. Это пульмонологические больные, кардиологические, ревматологические, лор-патология, инфекция, онкология и так далее. К осложнениям хронического кашля относятся это респираторные, гемодинамические и церебральные. Также кровоизлияния могут быть желудочно-кишечные осложнения, скелетно-мышечные, биохимические и кожные. Рефлекторная дуга кашля включает в себя 5 компонентов. Кашлевые рецепторы воспринимают раздражение передачи импульс на афферентные нервы. Второе – это афферентные нервы, медулярный кашлевой центр, эфферентные нервы и эффекторы. Типы кашлевых рецепторов выделяют 2 типа кашлевых рецепторов. Это ирритантные рецепторы, которые расположены в дыхательных путях пароксимально и возбуждаются под действием экзогенных раздражителей. Это механических, химических, термических. S-волокна расположены дистально и возбуждаются под влиянием эндогенных раздражителей, это медиаторы воспаления. Основные раздражители кашлевых рецепторов – это мокрота, полютанты, назальная слизь, аллергены, воспаление, механическое воздействие, это может быть инородное тело, опухоли, гипервентиляция, гастроэзофагеальный рефлекс, рефлюкс, лекарства – это ингибиторы АПФ и бета-блокаторы. Формирование кашлевого рефлекса находится под контролем деятельности головного мозга. Кашель может быть подавлен и вызван произвольно. Глоток холодной воды, ментоловый леденец может купировать приступ кашля. Типы кашля. По времени возникновения они могут быть возникать утром, днем, вечером и ночью. По периодичности бывают частые, периодичные, постоянные, приступообразные, болезненные и безболезненные. По характеру может быть сухой кашель и влажный. По интенсивности покашливание легкий и сильный. По звучности беззвучный, покашливание и грубый. Классификация. Это может быть острый кашель от 3 до 8 недель и хронический кашель от 4 до 8 недель. Причины кашля. Это ИВДП. Помнить о коклюше, бронхолегочные заболевания, это пневмония, обострение астмы, тромбоэмболия легочной артерии, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая сердечная недостаточность и инородное тело бронхов. Причина острого и хронического кашля. Поствирусный кашель может быть кашель на фоне приема ингибиторов АПФ. Повышение кашлевого рефлекса стимулировано вирусным воспалением и продолжительностью вирусного кашля. После вирусной инфекции кашель длится более 8 недель, а может быть и более 3 недель. Также может быть кашель на фоне приема ингибиторов АПФ. Здесь клиника предшествует чувство першения задней стенки глотки.
может не проходить в течение нескольких месяцев после отмены препарата или заменять нужно на другой препарат на 4 месяца. Если у пациента, принимающего ингибитор АПФ, кроме кашля есть одышка, то искать улучшение сердечной недостаточности. Кашель на фоне приема ингибиторов АПФ. Они повышают или обостряют исходно существующую гиперчувствительность у кашлевых рецепторов. Встречается у 15% принимающих ингибиторы АПФ. Встречается два раза чаще у женщин, чем у мужчин. Может возникать сразу после нескольких доз или через продолжительный период времени. Настораживающие симптомы при хроническом кашле у взрослых. Это кровохарканье длительное, курение со стажем более 20 пачек в день, курение пациентов в возрасте 45 лет и старше, выраженная одышка, повышенная продукция мокроты и осиплость голоса. Также может быть повышение температуры тела, снижение массы тела, затруднение при приеме пищи, рекуррентная пневмония, отклонение от нормы на рентгенограмме органа грудной клетки, также поперхивание и рвота. Исследования основные для диагностики причин хронического кашля. Рентгенография органов грудной клетки, рентгенография придаточных пазух носа, спирометрия с бронходилататором, аллергопробы, эзофагогастроскопия, исключение туберкулеза. Если диагностика заболевания не приносит желаемого результата, необходимо провести бронхоскопию. Причины кашля с изменениями на рентгенограмме. Это бронхоэктазы, инородное тело, рак легких, туберкулез, альвеолиты, другие неинфекционные диссеминированные заболевания легких. Причины кашля у пациента с нормальной рентгенограммой грудной клетки и ФВД. В случае отсутствия рентгенологических изменений надо искать другие причины. Следующими заболеваниями является кашлевая триада. Кашлевой вариант астмы, заболевание носоглотки, сопровождающее постназальным затеком, и кашель рефлюксной природы. Кашлевой вариант бронхиальной астмы. Это изолированный хронический кашель, как редкое появление атопической астмы, встречается очень редко. Более характерен для молодых пациентов, чем для пожилых больных. Классическая кашлевая астма характеризуется небольшой вариабельностью бронхиальной обструкции, отрицательным бронходилатационным тестом, хотя бронхиальная гиперреактивность подтверждается положительным бронхопровокационным тестом. Рефлюкс-индуцированный кашель возникает при раздражении, связанных с вагусным рецептором пищевода, его моторной дисфункцией или аспирацией желудочного содержимого. Только половина больных с рефлюксным кашлем жалуются на изжогу. Постпрандиальный кашель – это появление кашля примерно через 10 минут после еды. Кашель при смехе может быть. Острая, кислая или слишком сухая пища тоже раздражает глотку. Кашель усиливается вечером при укладывании в постель и утром после подъема с постели, когда из желудка эвакуируется воздух, скопившийся за ночь. Рефлюксный кашель крайне редко возникает среди ночи и нарушает сон. Рефлюкс-индуцированный кашель. Диагностика. Ларингоскопия выявляет отеки, воспаление голосовых связок, облитерацию желудочковой гортани, отек подглоточного пространства, суточный мониторинг pH. Хронический ринит и кашель. Сочетание ринита с хроническим кашлем наблюдается при постназальном синдроме, аллергическом рините, первичной целиарной дискинезии, вирусной либо бактериальной инфекции носа и околоносовых пазух и назальные полипы. Диагностика. Лор-осмотр, рентгенография придаточных пазух носа, КТ придаточных пазух носа. Стратегии диагностики поиска при хроническом кашле. Если с помощью рутинного обследования не выявлена причина хронического кашля, то существуют две стратегии. Это стратегия расширенного поиска и последовательная эмпирическая терапия наиболее частых нозологических причин.
Другие причины хронического кашля – это опухоль гортани, бронхов, легкого, синдром обструктивного апноэ во сне, сердечная недостаточность, инородные тела слухового прохода и дыхательных путей, хронические инфекции дыхательных путей, туберкулез, муковисцидоз, пороки развития трахеи, бронхов и легких, психогенный кашель. Ассоциированные с кашлем синдромы – одышка и свистящее дыхание, мокрота, кровохаркание и легочное кровотечение. Лечение кашля. Устранение причины – это лечение основного заболевания. Неспецифическое лечение кашля – это подавление кашлевого рефлекса с помощью противокашлевых препаратов при чрезмерном изнуряющем кашле. Стимуляция мукоцеллярного клиренса для лучшего откашливания мокроты и уменьшения воспаления в дыхательных путях. Лечение поствирусного кашля. Здесь антибиотики неэффективны. При неэффективности рекомендуется назначение противокашлевых препаратов центрального действия. Это декстрометафарфан. Лучше ждать самостоятельного разрешения. Как лечить кашлевой вариант бронхиальной астмы? Ингаляционные стероиды, антагонисты лейкотриеновых рецепторов, они снижают чувствительность кашлевого рефлекса. Как лечить кашель рефлюксной природы? Это антирефлюксная терапия может уменьшить гиперреактивность бронхов. Лечение синдрома постназального затека. Это интраназальные стероиды и деконгестанты. Супрессанты кашля уменьшают повышенную активность кашлевого рефлекса до нормального уровня, независимо от этиологии кашля. Не влияет на патофизиологические причины кашля. Эффективность всех супрессантов кашля очень невысокая. Показания консультации профильных специалистов. Кашель с примесью крови, кашель резистентной терапии, кашель без установленной причины, кашель, сочетающийся с потерей массы тела. Спасибо за внимание.